2011 года. Вот тоже довольно хорошая история. А у нас прорывался к воротам Диспотович. Шахтер, да, Диспотович. И Жангурбай у нас до мяча еще не дотрагивался. Подача. И там никого. Главный тренер Табола Амари Тетрадзе. Сейчас может быть опасная атака Табола, но Жангурбай имел возможность дотянуться до этого мяча. И вот то, что не хватает этому игроку, это пространство. Навыка вовремя отдать пас. Диспетчерских навыков. Совершенно верно, Саша. Шинкович на замахе убирает Зоки, отпасовывает на Диспотовича. Дальний удар! Ох, как сейчас опасно было! И перед собой отбил Богинский, но в повторном прыжке мяч накрыл. Но вот сейчас Диспотович сделал... Почувствовал мяч. Диспотович отдает на Рауля Джалилова. Перед собой отбивает Богинский. И еще один сейф в исполнении вратаря из Караганды после добивания Томаша Шинковича. Рауль Джалилов хорошо пробивал. А вот и Томаш Шинкович. Ну, уже сблизился он с Богинским. Вернее, Богинский сократил. Да, молодой нападающий, 18 лет ему. Подать в штрафную. И Богинский. Шинкович. Подача. Хорошо спасает Богинский. Да. Прям с головы косая. И неплохой перерыв матча Акжаик Актобе. Актобе. И там по-прежнему нули. Четыре игрока у Табола в нападении. Ошибается Сергей Скорых. И Шинкович. И спасает Богинский. Какой момент? Какой сейф от Богинского? Ну, если такие не забивать, ребята. И уже подскочила скамейка Табола в этот момент. Я боковым зрением увидел. И пошли обратно. И два игрока уже стояли в воротах Шахтера. На большой скорости мяч шел, если бы чуть-чуть меньше, возможно, и Жангалышбай мог бы сам пробить, но дело... Шинкович в центр смещается. Хорошая подача. И опять Сергей Скорых пробивает головой по своим воротам. Не везет Скорых просто. Да, гул веселья. Роста ему немножко не хватает для центрального защитника. Все-таки основная позиция Сергея все-таки опорный полузащитник. В этот раз Сергея спас Богинский. Отличный сейф из-под перекладины. Угловой, подача. И что там? Игра на вратаря, я так понимаю. Лежит на газоне Богинский. Держится за голову. За затылок. Очень неплохая была передача. И сразу несколько игроков в белой форме выскакивали на этот мяч. На Шинковича, ну, не может он сейчас сделать рывок. Повреждение игрока. Да, ну и не самый быстрый. Сильно хромает Томаш. Да, вот сейчас передачу когда делал и вывалился за пределы поля. И вот... Ну а игры состоятся 10 мая. Травма играет. Выбивает мяч за пределы поля. Подача. Чуть-чуть не дотянул.